Итак, началась новая гонка, флешбэк. До этого были короткие гонки, а это уже на 3 недели будет. Ну и тут награды, там, футпринц и так далее. Но опять же, зависит от уровня, который вы займете. Вот мой билд — это спектр слейв-драйвера. Они подбираются в пятом акте, то есть прямо вот в город, как только вы войдете в пятый акт, выходите из него, и там буквально слейв-драйверы бегают. Лабу уже первую вот сделал, но, разумеется, на анслот взял пассивки. Так даже не прогружается. Левел у меня получается какой? 47-й, вот, ну, я в пятый акт только вошел. Точнее, в шестой даже. Шестой акт. Давно не играл, то есть вот последний раз, когда я в пое играл, как раз вот это очень сильный билд был. Конечно, мета постоянно меняется, все меняется, но последний раз, когда я играл, вот эти очень сильные были спектры слейв-драйверы. Ну и сейчас я смотрю, играют тоже с Амонером и Гвардом. Мне почему Гвард нравится? Потому что им можно выйти потом в лоу-лайф или в CI. Ну, по сути, лоу-лайф сильнее, но там Шеврон нужна. Получается, у меня 2 спектры, вот это слейв-драйверы. То есть они даже бегают быстро. Ну и бьют так же быстро, то есть очень сильно. 7 зомби и голем. Ну, у меня вот получается зомби и голем, они с Мичелдом стоят. И скитерботы есть. То есть они шок накладывают, заморозку. Ну, там не заморозку, охлаждение. Аура у меня гнев. Потому что они, ну, как известно, молниями бьют. Свои драйверы. У меня 4 линк на плюс 1 камнем приспешников. Если что, на него рецепт есть, можете погуглить. Там фласка нужна, которая на мобов действует. И сфера превращения, что ли, вот трансмутка, я не помню. И шляпа синяя. Ты все это вендору сдаешь, он тебе дает шляпу на плюс 1. Я точно не помню, потому что это я замутал с мобов. Так. Вот с резистами беда. Резисты у меня 51, 49, 38. То есть я обычно хотя бы 60 стремлюсь сделать, то есть надо резисты набирать. Я подбираю вот такие шмотки, потому что ты их продаешь, получаешь сферы. Вот эти вот сферы, которые цвет изменяют. Я забыл, как они называются. Короче, вот. Вот это вот рецепт, где 3 линки разноцветные соединенные. Ну что ж, поехали. Затестим. То есть очень круто это все работает. А это ХК. Я забыл совсем сказать, я только на ХК играю. Тут даже кнопки нажимать не надо, то есть спектр сами все делают. То есть даже не надо ничего нажимать. Я использую Stormbrand, чтобы агрить. То есть скиллы дамажные, они как бы указывают цель моба. То есть ты на кого-то ставишь Stormbrand, и мобы того будут атаковать. Вот вкратце моя прокачка. Сейчас я вот эти ноды хочу качать все на ХП. И дальше посмотрим. Потом я, наверное, вот это Quick Recovery вкачаю. Я пока что рашу уровень, то есть, ну, сюжетку. Хочу сюжетку быстрее пройти. Я так только несколько раз в хейст входил, а так я типа время не трачу на все это. Я бличи зачищал пару раз и в хейст заходил, и все. То есть остальное я не делаю. Вот так вот флешбэк, все виды, что были, они тут представлены. Вот видите, у меня даже блять. Но это не надо. То есть у меня даже подсвечено, потому что это как бы рецепт на... Я забыл, как называется, который цвет изменяет арба. Блять,
все самое важное, я, в принципе, сказал. Конвокейшн нельзя забывать, но конвокейшн это для всех самонеров надо. Так. Могу показать еще, где тут мои микротранзакции. У меня сет базилиска есть, то есть я покупал. А у меня еще монеты есть, 555 штук. А, ну вот у меня базилиск. Крылья у меня только одни есть, но они вообще их когда-то вроде я отдельно покупал. Отпечатков до хрена для ног. Шлемы тоже. Ну шлемы и отпечатки это с гонок со всяких тоже. Пэт есть вот такой, он вроде как редкий, если я не ошибаюсь, лягушка. Портал есть офигенный вот этот. Нешки для оружия всякие. Но мне вот эта фиолетовая нравится больше всего. Есть еще для щита внешка, но она такая левая, то есть я ее когда-то давно из коробки выбил. Она в старом сете в каком-то была. То есть она тут так себе подходит. То есть вроде неплохо выглядит, но она офсет, так сказать. То есть она когда-то в старом сете в каком-то была несколько лет назад. Конечно, для щита мне надо что-то другое купить. Может быть, что-то более подходящее, как раз монеты есть. Чего вообще за щиты есть? Вот этот вроде неплохо выглядит, Аркеем. Да и сидийский неплохо выглядит. Да, не все, кстати, неплохо выглядят щиты. Некротик сюда подойдет, наверное, вот именно к этому сету. Селестиал прикольный. А, ну вот у меня Карнейдж вот такой есть. Якша прикольно выглядит. Надо, короче, думать, надо будет какой-то щит еще закупить, как раз монеты есть. Ну что ж. Как-то так.